Сильные регионы, сильный Казахстан. В Астане стартуют дни Алматинской области, приуроченные 25-летию независимости республики. Из региона продуктовые ярмарки, выставки, спектакли и праздничные концерты. Также делегация познакомит астанчан с главными социально-экономическими достижениями области. 51 масштабный проект, свыше 7500 трудоустроенных. Таковы итоги программы индустриализации в Алматинской области. Только в этом году в регионе открыто 28 промышленных предприятий, еще 11 расширено. Старейший в Текели горно-обогатительный комбинат сейчас модернизируют, а рядом строят металлургический завод по выпуску чугуна. В числе ветеранов производства Батиха Асылбекова. Уже 36 лет она управляет подвесным краном. Работа ответственная, но я справляюсь. Сейчас условия труда улучшаются. Обновляется техника и оборудование. Зарплата хорошая. Скоро увеличится и штат. А значит, здесь смогут найти работу сотни человек. В эти выходные мы запускаем обогатительную фабрику. Через полтора месяца агломерационный цех. Затем где-то в конце октября уже доменную печь. Ощутимые достижения и в других отраслях. Регион увеличил посевы сахарной свеклы. Под эту культуру в нынешнем году выделено 6500 гектаров. Свыше 20000 тонн сладкой продукции планирует выпустить и Коксусский сахарный завод. Особый акцент в области делают на социальное развитие. До 80 миллиардов тенге увеличено финансирование здравоохранения. Открываются новые объекты. К примеру, первых пациентов приняли в новой многопрофильной больнице на 300 коек в Талдыкоргане. Начато строительство сельской амбулатории в ауле Акшиала-Кольского района. Ведется капитальный ремонт ряда медучреждений. В этом году по области отремонтируем еще 14 объектов здравоохранения. Значительные успехи и в сфере образования. В этом году сданы в эксплуатацию 84 детских сада. Дошкольное образование получает 87% детей в возрасте от 3 до 6 лет. Увеличились объемы и жилищного строительства. В Талдыкоргане появилось сразу два новых жилых микрорайона. Открытый молодежный центр, дворец спорта и дворец школьников. В 2015-м область сдала в эксплуатацию свыше 1 миллиона квадратных метров жилья. Сотни семей отпразднуют новоселье и в этом году. Асет Толыбаев, Райхан Тажибаев, Атлеу Хабыл Манжасар, Олжас Байбосынов, Алматинская область, Хабар 24.